Добрый вечер. У нас сейчас с Басей кое-что получилось. Я сейчас вам покажу, как мы потихонечку с ней исправляем проблему. Басенька, тихо, давай почухаем. Давай почухаем. Правда, не очень хорошо видно, у нас тут темно. Вот, мы уже не злимся. Сейчас я тебе дам назад твою руку, не жадничай. Свет просто включим. О, тебя не видно. Вот. Даешь почухать? Почухать, дай мне голову. Голову, Бася. Давай почухаем. Почухаем. Ну, это, конечно, пока у нас не в домике. В домике все будет гораздо сложнее. Но сейчас мы уже успокоились, мы уже не ругаемся. Мы крысимся немножко, ну вот привыкаем по чуть-чуть. Предлагаю открыть рубрику «Зоопсихологи-аматоры». Ну или как-нибудь так, не знаю. Посмотрите, какая красота. Вот я руку убираю, и все в порядке. Не совсем, но это уже гораздо лучше, чем то, что было.